Когда ты совершаешь намаз, ты обнаруживаешь, что борешься с самим собой. Борьба, твоя душа говорит тебе, поторопись, поторопись, поторопись. Однако не подчиняйся ей. Скажи, что в действительности ничего не принесет мне пользу из этого мирского, кроме этого мгновения, кроме этого деяния. И если у тебя возникло это чувство, что в действительности ты не получишь пользу в своей этой жизни, кроме как посредством этого или подобного ему, здесь у меня нет ничего в мирской жизни, кроме этого. Не принесет мне пользу в моей могиле, во время моей смерти и в судный день ничего, кроме этого. Будь спокоен, брат мой. Затем вспомни, в то время, когда ты находишься в намазе, кто спасет тебя? Кто спасет тебя, о брат мой? Аллах, велик он и возвышен.